Вот это вот ставлю эксперимент. Новая тема совершенно. А откуда она возникла? Вот смотрите, вспоминаем, друзья. Это все касается нас с вами, поверьте. Я сейчас разбирал, там в уголочку лежали гнившие, ну, может быть, 5-10 лет назад где-то. Дело в том, что как купил участок в 2015-м, да, а в уголочку лежали вот эти вот, нарезанные. Вот мои абрикосы взрослые, я им раньше еще 3 абрикоса, 2 подарил, 1 подарил, 2 продал. И когда ветки стали такие, нижние ветки взял, побрезал, они до сих пор чахнут. И в этом году один уже выпилил. Изувечены были смертельно. А эти годы, 5 лет, они такие урожаи давали. Я ходил, свел это. Но это были предсмертные урожаи. Уже один мертв, второй уже, смотрю, листочки уже поменьше. В общем, еще год два их не будет. И вот он их взял, распилил и в уголочку кинул. Там, не кинул, а сложил. И они все эти годы гнили. Там, может, для костра готовил. И вот я поднял, когда это было, 22-е, это было позавчера. Смотрю, грибок на нем растет, да? И я что вспомнил, у меня память-то плохая. В прошлом году, вспоминайте, друзья, пусть я медленно, но верно, я нашел такой же. Та была ветка вишневая, тоже гнилая, тоже от соседа досталась мне. И там было грибочки, вспоминаем. Где-то даже фотографии есть, только не найти трудно. Одна из тысяч. Грибочки, грибочки, грибочки. Тут один гриб, а там... Я взял на ваши глаза и фильм снял. Вспоминаем. И подошел к молодому вишневому дереву, отводок, из фотографии, ну, здесь не догадался показать. Абсолютно здоровая. К нему никто не подходил ни разу секатором. И сосед не успел, и я не стал вот трогать его. И я взял в крону туда, засунул эту ветку и сказал, вспоминаем, это важный момент, пусть уже медленнее, пусть уже... Да вы и так уже все знаете. Все это, если так разобраться, любой из вас может по этим же вебинарам конспект составить и уже в академии преподавать этим же самым, если бы их туда посадить бы за парту. Потому что ни хрена не понимают. Знать знает, понимать не понимает. И вот я ее засунул тогда и сказал, глядя в это самое, в объектив этой самой камеры, так, видеокамеры, что дерево молодое, здоровое, совершенно никаких следов вообще нет грибов, ни плесени, ни одного листочка. Я сунул ту, также там был десяток грибов, вспоминаем, потом мы сойдем фотографию, и сказал, посмотрим, заразит или нет. Она же заставляет вот это все выгребать, обрезать. Чуть ветка заболела, отрезать и это, не в костер, нет. Еще дальше, не дай бог, заразит все. И сказал, будем ждать, пока заразит. Проходит неделя, две, я подхожу, а и ветки нет. Нету ветки. А я так хотел вам доказать. Кто ее убрал? Засунул самую середку. Убрать было некому. Никто, кроме меня, не подошел бы, никто бы не вытащил ее туда. Она была фактически замаскирована, только грибочки торчали. А так ее не видно было в листве вообще. Нету ее, исчезла. Я тогда две темы. Когда я вот это увидел, я вспомнил, мать честная. А я целый год молчу. Но мне же надо было прожать эксперимент. А у меня таких там полно. Я их уже в стопочку складываю. Зачем? Я ставлю эксперимент посерьезнее. Потому что мне кажется, что его кто-то утащил не зря. Вот. Не зря, не зря мне шаманом называли, тут, видимо, какие-то связи. Леший, не леший, кто-то там в саду живет. Вот такое полуэмфильское существо, подумал я. Кому нужна была эта зараженная, как бы сказать, грибами, покрытая грибами, гнилая ветка, вишневая. И я теперь возьму, насую не одну, 10, 20, сколько найду, да, вот таких. И буду ждать, буду фотографировать, буду ждать. И вы будете ждать. Год, два, 10. Когда молодые деревья низколечные покроются грибами. Я заранее скажу, не покроются. Пока их не будем калечить. Я должен доказать, потому что за этим стоит здоровье миллионов, сотен миллионов людей всей планеты. Потому что не едят грибы живую ткань, не едят.
И это будет еще один козырь, который никогда в жизни не пригодится, потому что эти Ольги и Наталья – это люди даже не с другой системы, вот, даже с другой планеты такое поселение. У них задача – калечить, калечить. У 7-летнего саженца, сеянца, не могу успокоиться. Сеянец 7 лет, груша великолепна. Вот. Отрежьте нижние 4 ветки, вот такие вот. Зачем? За что? И тогда я подумал, а вот этот случай, да, вы поняли мои намерения? Вот. Я просто подчеркиваю, когда-то украдут это, когда поймут, что не в Америке взяли и вывели всю целый вид, нет, целый подвид смородины, считая, что грибы перелазят на хвойные деревья и уничтожают гигантские эти самые сосны. Якобы. Команда была по всей Америке. Уничтожить смородину. Только не помню, всю или только вот ту, которая определенный вид. Вот. Это все шло с тех времен, когда об этом писали газеты. Тогда еще не было интернета. Вот. И все, что в памяти осталось. Я сейчас считаю, что это была ошибка. Что гриб перелезет с больной смородины, попадет на сосну и сожрет ее. А ведь это было законодательно. Все Америки уничтожили целый вид смородины, ценнейшего продукта. Это было. Вы можете потом, я друзей прошу, есть такие друзья у меня, это Юра Железов, вот, допустим, Алексей Виноградов, или там, которые могут найти это. Мы еще вернемся к этой теме. Вся планета не знает, что грибы не едят, а значит, бороться с ними бесполезно. Вот попрыскай ядом на этот грибок, он съежится, а дерево как умирало, сколько положено в день ему умереть клеток, их там миллиарды, миллиарды, миллиардов. Ну, их, они же не видны, помните, они под микроскопом только. Что еще 10 миллионов, а на завтра еще 10 миллионов умерло, и только ее едят грибы, выполняя честную работу. Вот.